Три, два, раз, поехали. Жесть. Жестко. Стойте, 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 порай. Куда вы поехали? Синий явно читер. Через стены. Тут еще и даже на движке ради. Кому кинуть безбилетного пассажира, ребят? Синий модовой. Плеть. Ой, я застрял. На втором круге одеваете прицеп. Заезжаете в бокс, одеваете прицеп. Да, на питлейне давай. Так, куда его? Ну, поставьте. Вот туда. Так, это уже вообще все. Куда ты поехал? Я ничего не вижу. Куда ты поехал? Да проблемы не тебя нету. Дисквалификация. В свой же бокс заезжаешь, ставишь грузы. Ко мне заехали в боксы подружки. Вертолет туда решил добить. У Зарембы явно батарейки подсевшие. Так и я с вами говорил. Правильно, через пожарную станцию. Да. Сейчас техосмотр проведу. Нет, психологический. Нормально. Надо больше препятствий на стол. Я могу приехать еще один круг, значит, так же. Я понял. Короче, кто-то собирается выигрывать эту гонку? Стенки, да. Стенки. Я не знаю, у меня все. У меня уже не просто. Я все лопнул. Спасибо. Это можно так и на дисплее делать. Чистый водичительство. Отлично. Так что случилось? Ты же раздолбал. Стой, не выезжай. Все, короче, банка. Так, ребят, что-то вы уже вообще именно исполняете. Давай. Это помнишь, Никита, как человек в стены, короче, попадает? В стенку, да? Вместе королева. Так, короче, ты понял, кто первый, кто второй? Я что-то вообще уже ничего не понял. Да, вылетел. Его знает. Костя, а что у тебя так медленно едет машина? И боком еще как-то. Все, прибыли. Ну, конец. Приехал. Хорошо. Ничья, короче, ребята.